Всем привет, ребят, с вами я Сив. Как же давно не было роликов. И я слишком ленивый, чтобы снимать роликов. Вы меня, пожалуй, простите. Ну, сегодня Minecraft Java Edition, ребята. Я думаю, кто-нибудь смотрел компота на канале, а я сделал копию деревни. Ну, не такую копию, я построил копию, спасибо. Ладно, хорошо. Майнкрафт 1.7.10, версия, как вы знаете, можете не знаете, и вот наконец-то моджалок этот надо. Если что, простите, что это не Forge, поэтому надо вот так вот выключить мышь, я вот так вот. Play select, that. Не знаю, короче, на английском все тут написано, и вот так вот, и вот так вот будет. Если что, ролик длинный. Так, что у меня пролагать понемножечку, поэтому я снимаю. Так, можешь не лагать уже? Так. Наверное, перестал. Ребята, почему не спрашивайте меня? Тут как-то слизняки завелись. И в этой деревне как-то пропали деревья. И слизняки почему-то завелись. Я работаю на огородах. Я обычный фермер. Ну, в этой деревне. Ну, там тут вот этого громко не было. Я лучше так сделаю. Вы меня слышите, надеюсь, я думаю, что да, поэтому, ну, спать можно только ночью, ну, вот капец, бесит меня уже спать, это телефон, это железо, ну, у меня нет модов, поэтому железо, это телефон, ну, все вроде есть. И ноутбука нет, потому что я не Forge, я без модов играю по-честному. Ну, потому что так надо. Показалось, наверное. Да, это показалось. Ну, ладно. Господи, слизняк избол. Ладно, хорошо. Ну, это обычная серия 1.7.10 Майнкрафт. Ну, у меня есть два Майнкрафта. И сейчас их вам покажу. Сейчас я... С этого выйду еще. Сейчас, секундочку. Так, что я не впал? Чему? Так, сейчас мы переходим на версию Майнкрафта Bedrock Edition 1.19.83. И, короче, не обращайте внимания. Сейчас я вот это удалю. Ну, я вам не смогу его показать, потому что у меня пролагает X-рекорд, и будет капец страшный, ребят. Я не знаю, что делать, но... Ладно, я покажу моды сейчас от него. Поэтому... Вот, сахопроводник, и... Ну, не обращайте внимания, это мой ГБ. И вот это NDM, ну, да, я думаю, что у вас его, он и есть. Да, если спецназтазар... смотришь это видео, то надеюсь, что ты, ну, ты уже знаешь этот МТМ уже давно. Ну, ребят, я думаю, что я заканчиваю на этом все. Всем пока.